Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталі Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Ветка приймає удельников міжнародної зустрічі приграничних областей Білорусі, Росії і України. Аутентичные костюмы, бубны и гармоники, народные спевы, заводные танцы. Фестивальному руху «Берагиня» 20 годов. У Гомельском державном медицинском университете вручили дипломы выпускникам факультета по подрыхтовце кадров для замежных краин. А зараз об этом меньшем больше подробязно. Выставы, гобелены и спартакиада. Сегодня ветка стала центром международной встречи Беларуси, России и Украины. Об самым интересным и запоминальным у сюжете Олега Сенцерова. Фестиваль «Славянская едность» начинался маль 50 годов тому, как молодежный форум. Долгий час он проходил на скрежевании границ Беларуси, России и Украины для монумента, який у народе называли «Три сестры». 4 года тому фестиваль изменил формат, и теперь по чарзе его принимают города Беларуси и России. Климова, Лоев, Клянцы и вот теперь ветка. Практично все пляцовки у Веца разгорнулись по периметру Червоной площади. Такую назву ее и дали русские староверы, которые в 17-м стагодзе и засновали город. Причем до 1925 года ветка уходила в склад России. Гэтыя факты подчас фестивалю его удельники узгадывали не аднойчы, как свечение агульной истории. У нас сапраўды шмат чего объединяет, и героичное, и трагичное. Подчас Великой Отчины на территории Гомельской и Брянской областей был мощный партизанский рух. Наши областные центры, как, до речи, и город Ветка, вызволены осенью 43-го, а весной 86-го регионы оказались сярод наибольш потерпелых у выніку Чернобыльской катастрофы. Малебен, каля помника оселенным вёскам за ускладанием ветков и кветок, это так само частка программы международной встречи. Хоть основная увага все ж таки становчим эмоциям. Смотреть экономику, можно смотреть гуманитарные направления. Но самое главное, наверное, то, что сегодня вы видите, это красивые, достойные, открытые глаза людей. Что касается экономики, то, конечно, если взять сегодня товарооборот Гомельской области с Российской Федерацией, то там 60% это наша братская, родная браншина. У нас есть совместное предприятие с Гомелем «Гомсельмаш», который выпускает сегодня Полесье, Десна Полесье, комбайн, который с каждым годом набирает обороты, все больше и больше завоевывает российский рынок, и сегодня уже поставляет и в Крым, в республику. Вот. И вот эти связи, те такие хорошие деловые связи, они продолжают развиваться и укрепляться. Я думаю, что у нас все будет хорошо. Мы суседи, браты и сябры. С этими словами никто не спрачался. Причем каждый бог кимкнулся представить то самое лепшее, чем может гонориться его краина. От продуктов харчевания на гандлёвых радах до вырубов народных майстров, белорусское бондарство и российские народные свистульки. На выставе «Суквети рамёсту» было на что поглядеть. В последнее время много спрашивают бондарные изделия. Я делаю новое вот ведерко с деревянными обручами для меда. Кабмет дывышкой. Вот новая семейный куфоль для медовухи. Мы копируем животных и птиц. Форма тоже. Там есть наши особенности вот этой унической игрушки, свистульки. Эстрада каля Ветковского центра культуры и народной творчести – центральная пляцовка сегодняшнего фестиваля «Славянское единство». Менавито тут проходит открытие международной встречи. Господары и гости кажут об том, что объединяет, и закликают николи не порушать славянского братерства. Наши поспехи и моц только в единстве. Под этими словами смог бы подписаться каждый из присутных. В этом году фестиваль проходит под лозунгом «Родима у сердца моим» и «Присвеченный году малой родимы». Это не просто прихожая назва, это заклик до активных действий. Это тот год, когда мы должны помочь своей любимой стране. Мы должны участвовать во всех благотворительных мероприятиях и оставить нашу страну чистой для наших будущих поколений. А для меня год малой родины начинается с деревни моей бабушки. Ведь каждый должен помогать своим родным и близким, заботиться о них. И приезжать не только к летам, но и звонить, навещать. Всегда помнить, ведь это так важно. Не глядячи на пэўныя унутрадзяржаўныя праблемы, удзел у сустрэчы пагранічных абласцей Беларусі, Расіі і Украіны прымае і дэлегацыя Чарнігаўскай вобласці. Яе прадстаўнікі кажуць аб жаданні сваіх землякоў вярнуцца да ранейшага фармату правядзення свята і настальгіі аб тым часе, калі паміж дзяржавамі не было ніякіх супярэчнасцяў. Асабліва жыхары Чарнігаўскай вобласці, яны проста ўжо хацяць, каб возле манумента дружбы, возле нашага села Сеньковкі, как много-много-много уже лет опять собирались, опять чтобы встречались, дружили, обменивались опытом.
Ну, чтобы все у нас было по-братски, как и должно быть. А про час творения тематичных пясовок организаторы фестиваля дружбы вырешили заденьшить так само и шерох спортивных объектов города. У рамках встречи регионов тут пришла молодежная спартакиада. Коля 180 удельников разыграли узнагороды у пляжном волейболе, баскетболе, мини-футболе, яровым спорте и плавании. У рейсе спорт, как я думаю, так само объединовывая. Олег Синтеров, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель», «Зведки». Аутентичные костюмы, бубны и гармоники, народные спевы, заводные танцы. Фестивальному руху «Берагиня» 20 годов. Его проводят раз у два года. Самые талановитые фольклорные коллективы Беларуси, а так само удельники из Российской Федерации и Латвии приехали в Октябрьске на юбилейный 10-й фестиваль. Наш корреспондент Марина Джалая доведалась, как у невеликим городским поселку отримливается ладить такие масштабные святы. Филипп Катярыніч уже 7 годов грая, спевая во узорном фольклорном ансамбле «Рудобельские зорочки». На днях коллектив отзначил свое 20-годие. Выступить на фестивале «Берагиня» хлопец приехал из Минска, где заразвучится. Для меня это очень приятно сюда приехать. Я буду выступать тут как и за свой коллектив, так и за коллектив от Университета культуры. Ось. Побач Яна Забродская. Яна у ліку «Рудобельских зорочек» первый год. Каже, что на репетиции и выступлении идет шмат часу, але гэта завсюды только у радость. Вельми подобается ходить. Были такие сябры, которые говорили то, что не надо, пошли гулять на улицу, а я все-таки как бы предана своему ансамблю и буду ходить до конца. Девчонки из ансамбля «Променщики» до юбилейной «Берагини» рыхтовались целый год. Хвалюются перед выступлением, бо выйти на сцену перед такой колькостью глядачов вельми отказно. Але не меньше приемно. Классический танец, народный, эстрадный. Ну, разные виды танцев можно танцевать. А сегодня что будет? Сегодня фольклорные танцы. Что народный, народный фестиваль. А какие нравятся больше? Репетировать и танцевать? Выступать больше всего нравится. «Берагиня» будет кружить в своем творчем карагоде аж до недели. Все лето удельниками фестивалю стали свыше 800 человек. Яны приехали из усих областей Беларуси, из России и Латвии. Саправды один из лепших фестивалей у Беларуси по колькости удельников, по тих коллективах и выконавцев, которые приезжают. Главное – задача сбережения фольклору, и он один из тех фестивалей, которые саправды с этой задачей справляются. И это саправды так. «Берагиня» один у Беларуси фольклорный фестиваль республиканского узроўню, который проходит у невеликим городским поселку. Конечно, мы все готовимся к этому мероприятию, и люди относятся к этому делу, в всяком случае, жители горпоселка, жители района к этому делу относятся со всей ответственностью и переживанием. Как провести юбилейное свято сёлета, спотребилось около 70 тысяч рублей. Это гроши из мясцовых и областного бюджета, от спонсоров района, из Министерства культуры и от громадских объединений. Огульная мара организаторов – отрымливать больше серьезную материальную поддержку для проведения фестивалю. Бо это уникальное мероприемство, якое повинно жить, расти и развиваться. Об этом кажут и замежные эксперты, которые приехали на «Берагиню» оценивать мастерство выконавцев. Это целое направление развития творчества, аутентичного искусства Беларуси, то люди, которые уйдут, с ними уйдет и пласт вот этой работы. Это я так понимаю. Фестиваль, он уникальный. Он скрыванный на белорусскость, скрыванный на глубинные коренные традиции, але каждый своей мясцовости, именовито скрыванный на локальную культуру. Во всех проявах. Это и танец сольный, это и парный, это и гуртовый, это и польки шматфигурные, шматколенные кадрили, это обрадовые песни, позабрадовые песни, это музыка своя на своей мясцовости, этничная группа. Гэты костюмы, строи. Будем спадзявацца, что праз два гады Октябрьскі зноў збярэ гасцей и як мага больш удзельнікаў на чарговай «Берагіні». Марына Джалая, Василь Асіпцоў, телерадыёкампанія «Гомель» з Октябрьскага района. Супрацоўнікі прокуратуры в области отзначаюць свое професійнае свято. У Гомелі прайшоў урачысты сход, прысвечаны дню работнікаў прокуратуры. Наши корреспонденты наведалі святочнае мерапрыемства.
Сегодня яны у парадной форме и у добрым настрое. У Беларуси у 96-й раз отзначается День работников прокуратуры. За гэты час неодноразово изменялись задачи ведомства, але заўсёды заставалася галоўнае. Высокий профессионализм супрацоўнікаў, добросумленные и креативные отношения до справы. Хоть заохвочивается не только профессийная деятельность. У фойе городского центра культуры выстава былога супрацоўніка Гомельской прокуратуры Яўгена Гаўрыленкі. 35 годов на посаде следшего и десятки написанных картин. Летась он пайшоў життя, але у прокуратуры об им памятают. Очень часто на выходные дни, как я помню, вот он любил почему-то, да, на кухне, видимо, там никто не отвлекал, или почему. И вот он там садился, первоначально рисовал акварельные работы, акварелью, но это довольно затруднительно там. Потом одно время он рисовал работы маслом. Прокуратура Гомельской области проверила, как покупники державной маемости выполняют свои обязанности. Органы прокуратуры занимаются пытаниями профилактики пьянства и алкоголизма. Прокуратура региона провела координационную нараду по пытаниях борьбы с коррупцией. Это только некоторые факты с деятельности правоохранников. И хоть значная частка их деятельности проходит под грифом «Для службового крыстания» кончатковые выники бачны усім. Усяго одна лишь бы управнание с минулым годом сёлета узровень злочинности у Гомелі знизился на 20%. На гэтым фоне гоноровые грамоты, подяки и каштовные подарунки, які уручаются падчас урочистого сходу, успрымаются заслуженными узнагородами. Хоть только ими меры заохвочвання у прокуратуры Гомельской области не обмяжовываются. С гэтага года тут вернулись до практики ведения уластной книги гонору. Вот те ветераны, которые сегодня придут, они увидят свои фамилии в этой книге. Я думаю, это символично, поскольку они всю жизнь посвятили служению закону, всю жизнь посвятили работе в прокуратуре. И увидев себя в этой книге почета, я думаю, они могут с удовлетворением сказать, что жизнь прожита не зря. Олег Сентеров, Вероника Ворошилина, Елген Макеенко, телерадио компания «Гомель». У Гомельском державном медицинском университете вручили дипломы выпускникам факультета по подрыхтовке кадров для замежных краин. Документ об закончении ВНО отримали 65 выпускников из 9 краин света. Большасть молодых специалистов отправится у Туркменистан. А кроме того, былые студенты вернутся уже у якости квалификованных медиков у Сирию, Индию, Непал, Йемен, Российскую Федерацию и Украину. Сярод выпускников есть и те, кто отримая свое первое место – у Беларуси. Есть варианты, когда наши выпускники нашего университета, иностранные граждане, остаются работать в Беларуси не только врачами, но они, некоторые из них работают и в университете. То есть они благополучно поступают в интернатуру, в аспирантуру, клиническую ординатуру заканчивают и остаются здесь. Но это достойные, которые действительно стали высококлассными специалистами. Дарэчы, год за годом усё больш замежных абітурыентаў звяртаецца з документами у Гомельскую ВНУ. Напрыклад, на першым курсе зараз вучыцца 230 человек, что практычна ў 4 разы больш, чым колькасць сёлетніх выпускнікоў факультэта по падрыхтоўцы спецыялістаў для замежных краін. Дастойная рэпутацыя Гомельскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта на міжнародным узроўні пацвярджаецца і досыць высокім конкурсам – 4 чалавекі на месца. У Гомелі завершился открытый чемпионат областного управления МНС по шматборьи выратавальников. Ён должился амаль тыдзень. Удзел у спаборніцтвах, максимально наближенных до реальности, приняли 14 команд. Бадай, самые видовищные этапы чемпионату разгорнулись на его апошний, 6-й день проведения. На базе учебно-тренировочного полигона Гомельского филиала университета громадянской обороны МНС Беларуси организаторы смоделивали пошуково-выратавальные работы во умовах надзвычайных ситуаций техногенного характера. Яны включали проведение выратавальных работ на вышине, проходжение дымокамеры у специальных аппаратах, эстафету промыслового альпинизму, ликвидацию наступства ДТЗ с уделом 23 потерпелых и иншие. Кожная из команд удельниц заходи рыхтуется до чемпионату у себе у районе, вывучая умовы проходжения этапов и подбирая необходимое обсталевание. Каждый этап длится не менее часа. И вот представляете, спасателям в день нужно выполнить 3 этапа. То есть каждый не менее часа люди к концу дня, честно сказать, уже еле стоят на ногах. Настолько тяжело это все, учитывая погодные условия. Но все от этого получают определенный драйв, там где-то можно сказать, потому что люди хотят друг с другом посоревноваться и показать, и друг другу доказать, кто лучше. У нас
подобрана такая команда, которая, ну, справляется как бы и физически, и тактику выбирает хорошую. Бывают ситуации всякие, которые вот соревнования помогают. То есть на соревнованиях ты уже до автоматизма все вырабатываешь, что приезжаешь на ДТП или на какую-то там либо аварию, или еще чрезвычайную ситуацию, где уже на автомате все просто делаешь и даже не думаешь. Под час прохождения этапа уличивалась худкость и якость переодоления выпробований, техника безопасности и аккуратное обыходжение с потерпелыми. Лепшей по выниках 6 дзен стала команда Гомельского городского отдела по надзвычайных ситуациях. Удел у областных споборництвах для всех команд стал доброй тренировкой перед чемпионатом МНС Республики Беларусь по шматборью вратовальников, який сёлета пройдет у Гомеля. На базе областного совета Белорусского физкультурно-спортивного товариства «Динамо» у Гомеля открылся кинологичный центр. Это совместный проект Гомельского областного клуба спортивного и декоративного собаководства и Гомельского областного эколого-биологичного центра детей и молоди. Что собой уявляет центр, ведая Светлана Князева. Открытие кинологичного центра – выник 4-годового сотрудничества клуба собаководства и эколого-биологичного центра в рамках объединения по интересах юных кинолог. Кинологичный центр включает у себя учебный класс, где выхованцы будут отримливать теоретичные веды, груминг-зону, соправный салон пригожости для живел и фотозону, где специалист научит тонкостям фотографования живел. У кинологичном центре могут заниматься школьники с 12 годов разом со своими хатними годованцами при их наявности. Выхованцы отримают веды по философии дрессировки, анатомии, физиологии собаки, грумингу, фотомастерству. Организаторы центра ставят перед собой несколько задач. В первую очередь это воспитание личности, полноценного нормального гражданина. Это в первую очередь, это основной, наверное, посыл. Ну и в то же время любовь к ближнему, военно-патриотическое воспитание, спортивное воспитание. То есть все то, что у нас, что с кинологией связано, очень много как ценно для нашего общества. Кинологичный центр у Гомеля – первый опыт Украины по подрыхтовке юных кинологов у системе додатковой эдукации. Специально распрацована ускладненная форма 2- и 3-годового навучания. Зараз разглядается питание об выдаче у конце навучания сертификатов державного узору об отримании навыков кинологов, что может стать первой приступкой на профессийном шляху будущих специалистов. До прикладу, Елизавета Драенкова у объединении юных кинологов занимается уже 4 года. Все началось со з'явлення у девчины собаки. Теперь на рахунку гадаванца Елизаветы уже не одна узнагорода у спортивных споборництвах. Дальше зараз девчина занимается на курсах судовой экспертизы. У будущем хочет отримать профессию судьи. На думку Елизаветы, у занятках с собакам шмат плюсов. Знаете, я очень люблю выступать на сцене. И когда я очень хвалят за поставленный голос, и я понимаю, что не где-то в других местах, а именно здесь мне поставили хороший голос. Организаторы кинологичного центра плануют открытие подобных центров и у других районах Гомеля. Наступный на черзе – чыгуночный. Светлана Князева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У Гомеля отбылся вечер памяти народного мастака Республики Беларусь профессора академика живопису Гаврила Ващенки. И он прошел у стенах галереи, якая с гонором носит имя знакомитого майстра. Гаврил Харитонович пошел с життя в 2014 году, покинувший после себе сапраўды богатую культурную спадщину. Вероятно, за щирой любови до картины галереи свои апошние юбилеи он отдавал перевагу святковать менавіта тут, у коле родных и близких, коллегов и сябров, земляков и сапраўдных знатоков высокого мастацтва. Менавіта таких людей и собрал вечер памяти, присвеченный 90-годию народного мастака. Вероника Ворошилина протягне. Сегодня нельга уявить сучасный Гомель без картины галереи, якая носит имя народного мастака Республики Беларусь, профессора, академика живопису Гаврила Ващенки. Менавіта гэтая выбитная особа адыграла ключевую роль у процессе створения такого значного и необходимого культурного объекта. Гаврил Харитонович и его жонка Матильда Адамовна подарили городу уникальную коллекцию сучасного белорусского мастацтва. Передали ее удар Гомелю за дины умовой, как творчие работы не лежали у запасниках, а были доступны народу. Отец подарил городу количество работ, и отсюда, собственно, галерея пошла. Это был выбор отца, собственно, для выставки в городе Гомель. Так сказать, его как бы родного города, хоть он не гомельчан, из Гомельской области. Для него как бы это было вот приятно. Этот подарок города был какой-то, ну, спонтанный даже, наверное. Ну, тут просто вот удар пришел, кого-то я решил подарить. Ну, хорошо, здорово. И после этого вдруг появилась галерея такая.
час неумольно рухается наперед, не шкадуючи навод самые гениальные таленты. Сёлета Гаврилу Вашенко исполнилось об 90 годов. До этой юбилейной даты промерковали вечер памяти и открытие выставы «Майстеры-майстры» с фондов картинной галереи. Экспозиция включила творчие работы как народного мастака, так и его вушню, коллегов и сябров. Представленные полотна адлюстровывают колоритные образы, неподуладные законом часу, карнают душу, промышают задуматься про высокое и высобляют талиновитую особу адметного автора и человека. Гаврил Харитонович выховал больше за 200 вучнев. Меж тем он николи не мкнулся ляпить из их свое подобенство, бо поважал творчую индивидуальность. До речи, при всех своих высоких узнагородах и званиях, народный мастак на протягу усяго життя заставался человеком добросумленным, працавитым, высокородным и пристойным. Вы знаете, когда я посещала его мастерскую, обязательно раз в 3 месяца приезжала к нему на Сурганова 42, мы встречались с ним, мы говорили. Он мог посмотреть на тебя, и этим он все сказал. Он мог сказать несколько слов, и этим тоже было все сказано. И покидая его мастерскую, я 2 часа ни с кем не могла разговаривать. У меня впечатление было, что я разговаривала с Богом. Вот такой это был человек. Про свою особистую мастацкую спадщину вот авторы, которые покинули этот свет, застаются у им назавсёды. Вот и Гаврил Вашенко и зараз является знаковой фигурой для всего сучасного белорусского мастацтва. Его работы находятся у наибуйнейших музеях света. У Гомельской картинной галереи под бесценные экспонаты Гаврила Харитоновича, а так само его вучня, коллега и сябров, отведены у весь первый поверх установы. Наприконце липеня плануется на месяц усе залы галереи задейничать под национальную культурную спадщину народного мастака. Вероніка Варашыліна, Євген Макеенко, телерадыокампанія Гомель. Гэтая, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. А я з вамі развітваюся, усяго добрага, да новых сустрэч у эфіры.